В этом видео мы с вами будем выполнять сборку опоры. Данную опору вы сейчас видите на своих экранах. Сборку мы уже делали этой опоры в первой части, но в этом видео мы будем создавать сборку с помощью зависимости вставка. Для чего именно мы используем зависимость вставка? Чтобы в дальнейшем создать нам позиционное представление, ну и выполнить анимацию этого позиционного представления. Итак, что же такое позиционное представление? Давайте посмотрим в дереве. Вот, модели, то есть вот у нас здесь есть ветвь представления, вот у нас позиционный допуск главный, то есть это у нас главное представление, это представление, оно у нас соответствует состоянию сборки по умолчанию. Можно также создавать свои позиционные представления. Вот у меня здесь создано представление, посмотрите, вот сейчас у нас я развернул ветвь, у нас стоит галочка здесь главный, и есть вот еще позиционное представление разнесения. Если я два раза нажму на него, я его активирую. Вот я активировал это представление, и посмотрите, здесь вот у нас вот два компонента, да, они, видите, на расстоянии здесь, на определенном расстоянии расположены друг от друга. То есть это вот прокладка и плита верхняя. Так вот, такое позиционное представление мы с вами создадим после сборки. Ну и в дальнейшем в Inventor Studio мы выполним анимацию этого позиционного представления. Эти и другие видеоуроки смотрите в видеокурсе «Эффективная работа в Autodesk Inventor 2».